Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Тема урока – аминокислоты, белки. Цели урока – объяснять образование пептидной связи между аминокислотами в белках, исследовать реакцию денатурации белка, объяснять биологическое значение и функции белков. Аминокислоты – это азотосодержащие органические соединения, в молекулах которых содержатся аминогруппы NH2 и карбоксильные группы COOH. Физические свойства аминокислот. Это бесцветные кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде. Многие из них обладают сладким вкусом. Значение аминокислот исключительно велико, так как они входят в состав молекул белков, играющих важнейшую роль в жизненных процессах. Белки – это высокомолекулярные природные соединения, биополимеры, макромолекулы которых состоят из остатков альфа-аминокислот, соединенных пептидными связями. В состав белков входит углерод, водород, кислород и азот. Большинство белков содержит, кроме того, серу. Белки имеют сложную структуру. Существуют твердые и жидкие белки, растворимые и нерастворимые в воде. Белки не имеют температуры плавления и кипения, так как большинство из них при нагревании сворачиваются. При высокой температуре все белки сгорают. При действии таких реагентов, как соли тяжелых металлов, концентрированные кислоты, щелочь, при нагревании и облучении происходит разрушение структуры белка и изменение его природных свойств. Это явление называется денатурацией белка. Наблюдается оно, например, при варке яиц. В природе белки выполняют важнейшие функции в обеспечении жизнедеятельности живых организмов. Например, катализаторы белковой природы ферменты регулируют протекание биохимических процессов. Белки, необходимые человеку, содержатся в составе животных белков, находящихся в молоке, мясе, яйцах, рыбе.